Я Валентин Томашевский, приветствую вас все на канале. Друзья, сегодня началось событие. Ну, все вы в курсе, конечно, потому что давно ждали его. Событие по открытию осколков, которое называется «Массовый призыв». Мы уже видели, что там призывы были нарисованы маленькие, соответственно, и будет немного очков, и это будет легкий. Вот. Но все равно хоть какое-то событие. Из наград видим, что эпический том, пятизвездочные предметы тоже. Я думал, уже их не будут давать больше. Однако все-таки дают. Хорошо. Ну что, давайте откроем осколки, посмотрим, как нам повезет. Давайте начнем это разнообразие с темных. Первым выходит венценосная. Твою мать. Нормально. Нормально. Я думал, мало осколков. И ничего не получится открыть что-нибудь достойное. Азур. Это из нового что-то. Что-то такое. Кто ты, чудовище? Короче, Азур так же, как и Венценосная, это редкий герой. Получается, что мы открыли эпического воида, который крайне редко встречается тут. Если вернуться посмотреть, шанс 6% был. То есть 6% это столько же, сколько с сакралки открыть легендарного. Ну, соответственно, нам только не хватает теперь открыть еще с этого с сакрального осколка тоже какую-нибудь легенду, блин. Нет, тут все нормально. А, Зилот. Нет, Зилот это хороший герой. Ну и погнали, откроем древнее на прощание. 8 штучек. Что нам выбежит из сиреневого тумана? Гулюшка. Ярославскую тюрьму. Залетели. Залететь-то залетели. Да ладно. Да ладно. Еще и Гаргараба на прощание. Они плохо так открылись вообще. Да не то, что неплохо, они реально как-то космически. И даже Грандмастер. На пасашок. Но это еще не все, так что мы еще. Это один из зрителей попросил просто, чтобы я открыл осколки. Человек считает, что мне повезет. Ну вот, конкретно в этом случае точно повезло. Я считаю, что это мы отлично открылись. Гаргарап это просто must have, мазафака. Собаку, конечно, можно за удачное открытие не считать. И последний осколок. И даже дьяволица. Но у нас уже есть разгон, свой собственный. Ну что, у него есть уже Септимус, есть Юлька, стальной череп, ловец. Сейчас к этому еще добавим венценосную Гаргараба. В хранилище видим два пятизвездочных корма, то есть явно будет человек все-таки делать все шестизвездочные, и это очень правильная политика. На арене он в голд 1 забрался, что в принципе нормально, потому что я так понимаю, что 44 уровень еще недавно аккаунт создан. Но, впрочем, наверное, можно было бы и повыше, все-таки тут герои хорошие, сильные. Надо активнее играть. Что, давайте пойдем к другому игроку, который просил нас открыть осколки. Ну что, по-моему, уже все Гаргарабы открыты на сегодня. Но мы попытаемся еще одного замутить. Место есть, деньги есть. Погнали. Начнем с темных осколков. Ну вот, нормальная ситуация. Из темных осколков должны выпадать синие герои. А те 6% это нереальное какое-то везение было.
Ух, красотка какая, пальма. Мученица. А кто-то похожий на нее такой был. Нет, это именно мученица, я все перепутал. Это новый герой, который добавили, который тогда я еще на обзоре, когда смотрел, что герой здоровья, а атака от защиты и атаки, следующий скилл от здоровья и атаки, то есть такой странный очень вот. Ну, сокращает перезарядки навыков союзника. Ладно, не будем устраивать здесь обзоры, давайте лучше мы сосредоточимся на открытии, потому что предстоит много чего открыть. Офигенно. Ну что ж, хоть что-то полезное есть уже. Ревоглаз. Это очень полезно. И на арену, и к паучишке. Парагон. Открываем следующего. Колда. Офигенно. Отлично. Я думал, халява закончилась. Нет, к нам еще пришла Раана. Да ладно, блин. Раана хороший герой очень. Next. Собака, лютопес. Ну, лютопса я не считаю чем-то интересным. Камнешкур. Это его брат. Всадница. Куда же без нее? Еще пару охотниц надо. Юстициар. А юстициар, между прочим, это хорошо, потому что надо будет собирать. А, все равно по заданию надо и юстициаров собрать в том числе. И для закрепления пущего эффекта еще один ревоглаз. Ну, у нас есть О и Жало. Жало интересный герой, это из новых, и можно поэкспериментировать, посмотреть, получится ли что-нибудь из этого роя. Давайте откроем два сакральных осколка. 6% шанс на легенду. Но приходит что-то из синего тумана, Люся. Я не фанат Люси, Люции, точнее. И приходит Йотун. Ну, средний проходной герой на поджог. Вот. Жалко, правда, осколки на него тратить. У него вначале 75% шанс поджечь. Давайте еще синих откроем. Синие пойдут пачкой, ускорять не будем. Все синие. Палач. Анкер. Ничего такого, чтобы в глаза бросалось интересного. Давайте ускорим эту музыку. Алюра. Вполне полезный иногда герой. Ну, как-то он за счет того, что не лучший, то и непонятно, стоит его заниматься, не стоит. Канониса, лекарь. Вижу лекаря, это хорошо. Лекарь сейчас много где пригождается, так что это очень хорошо. Но мы хотим все же какую-нибудь... И Алика, и Присяжник такие, тоже не самые худшие герои. Поджигатель уже есть на аккаунте, это немощь. В принципе, они друг друга стоят. Хотя немощи, наверное, навыки проще выкачать. Вот. Ну, блин, и качать-то его особо не хочется. Да, косяк. По-моему, я открыл больше осколков, чем меня просили. Блин, бывают неудачи. Ладно. Давайте еще вот такой аккаунт посмотрим. Здесь уже ничем особо не удивишь. Есть колда, есть тайрл. Лекарь. Стальной череп. Этель уже в 6 звезд. Ну что, начинаем открывать. Начнем с темных осколков. Что мы ожидаем с темных осколков? Колда уже есть. Надо подумать. Хотя толку думать, тут 200 с чем-то героев. Мученица, на поэкспериментировать. Хотя мне эта мученица кажется чем-то таким странным. Это Жало, тоже новый герой. Сразу два новых героя вытащили уже. Может, даже и больше будет. Я их не всех помню. Пустотел. Да, пустотел.
Сейчас чувствую, начнется опять волна вопросов, как качать того, как качать того. Исповедница. И откроем 10 древних осколков синих. Что тут нам вывалилось? Ловец. Это хорошо. Лекарь тоже хорошо, но лекарь уже есть. Пойдет на корм. До чего дожились? Будем лекарей на корм пускать. Что еще? Есть мучитель и кровавое перо. Ну, не то, не то. Не сказал бы, что. Сверхжеланное. Когда уже легенда будет? Ну да, должно отдохнуть. Однако есть озерники и Этель. Не скажешь, что все бесполезно. Бессмысленно в этом мире. Есть что-то стабильное. Лич. Ну и давайте после этой кучи говна попробуем открыть два осколка. Может что-то, я имею в виду сакральных, может что-то из них выйдет более толковое. Что тут у нас? Бежит. Это Атур. Неплохо. Но хочется большего все время. Я путаю Атура и Аатара. Это раздиратель. Ну, навык по продлению штрафов крайне интересный, но раз в 4 хода при полностью развитом навыке это, конечно, слабовато. И последняя тогда. Закладочка древних осколков. Что у нас есть? Ромеро. И опять. Фу, опять. И последний маленький, малюсенький, синенький осколочек. Из него выйдет латник. Ну что, кроме ловца ничего интересного мы тут не открыли. Но, слава богу, хоть ловец здесь пригодится. Надо развивать тайлы на этом аккаунте и им гнать туда всю эту браху, естественно, к Минотавру. Минотавр уже 13 уровня пройден за минуту 50. Если 13 уровень за минуту 50 пройден, то почему 14-15 не пробовать? А что, стальной череп хуже травит, чем монах? Он бы позволил команде дольше выживать. Ну, арена первая голда, это вообще никуда не годится. Это значит, что очень мало ходите на арену. Мало набиваете бэджиков. Или это какая-то тактика такая, чтобы вниз сойти, чтобы потом вверх лететь. Но с другой стороны, на первой же голде только два бэджика дают за награду. То есть нам нужен для дальнейшего, для получения арбитра, нужен один навык шестого уровня и один десятого. Ну, в принципе, это, наверное, не тот навык, который будет нас, ну, не то задание в миссиях, которое будет нас тормозить. Ну, давайте глянем следующий аккаунт, что у нас еще можно тут посмотреть. Здесь есть Септимус 60-й. Ловец, Раск, Лурия. Конь Дотьер. Место есть, деньги есть. Поехали открывать. Давай откроем для начала темные осколки. Что-то я все время темные осколки открываю. Лютопес. Это. А, нет, это держатель. Ну ладно. Пусть один такой будет. Это дневной ходок. Всем выйти из сумрака. Пришел дневной ходок. Маркиз. Шувалье. Да что-то не очень. А, не топырь. Прикольно. Давайте откроем 10 древних. Все же откроем. Ромеро. Меня преследуют ромеры, по-моему. Мне начинает кажется, что ромеро меня хочет. Гаргараб.
Ну что ж, давно не было Гаргарабов. Ну и погнали искать легенду. Шанс, конечно, 6%. Но мы, допустим, вот из эпических осколков мы же открывали эпиков, которых таких же 6%. Но нет, не судьба, Адриэль. С другой стороны, у нас как бы уже Гаргараб есть. На что нам Адриэль? Италия. На прошлом аккаунте мы открыли Атура, а тут Талию. Немножко так. Ордынец, да, я их люблю. Ордынцы это из моего аккаунта. Все, судьба. Я их там открыл какую-то немыслимую пачку. Тиург. Я не знаю, что еще можно желать. Ну, легенду, естественно, Воидовую. Сервак, давай не тупи, братишка. Вот тебе. Юстициар, и не мучайся. Нетопырь, очень интересно. Возможно, даже пригодится. И второй юстициар. Пошли косяком. У них тут гнездо, наверное, было. Так, я вижу, что скоро будет рестарт сервера. Но мы вроде все осколки успели открыть. Красота, Септимус, наслаждаюсь.